Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и добро пожаловать на новый видеоролик. В этом видеоролике мы с вами посмотрим, как бы звучала русская озвучка, если бы нашу любимую с вами игру GTA San Andreas переводил Google переводчик. Вдохновил меня на этот видеоролик тот самый видосик, очень старенький, про Фореста Гампа, где лес, лесной баланг, кто понял, тот в теме, тот знает. И я решил попробовать перевести подобное, но в GTA уже San Andreas. Ну а перед этим, ребята, те, кто играет в самчик, приходите ко мне на Резон Red Rock, все ссылочки опять адресуются в описании. При регистрации вводите мой ник Дэнни Хикс, а также при достижении 6 левела вводите мой промокод и получайте крутые халявные бонусы. Изи-пизи-изи бабки. А что касаемо ролика, это первый пилотный выпуск, посмотрим, как зайдет, понравится вам это или нет. Я буду судить, разумеется, по вашим лайкам, по вашей активности в комментариях. Вот, все вот зависит от вас, будет ли вторая часть, продолжать ли мне перевод этот интересно-странный. Ну, все зависит от вас. В общем, приятного просмотра. Спасибо за лайк, за подписку. Вы самые лучшие. И давайте же посмотрим, что у меня получилось. Насколько странно это будет выглядеть, если будет переводить вдруг переводчик. Погнали. После 5 лет на восточном побережье пришло время вернуться домой. Здорово. Карл, это Мила. Здорово, сладкий. Что ты хочешь? Это мама. Она мертва, брат. Пассажир, покажи нам свои руки. Стоп! Ложись на колени. Теперь на живот. Вот и ты. Я возьму это, Эрнандес. Эй, это мой бумажник, это деньги. Это наркотики. Мои деньги, чувак! Эй, не беспокойся об этом, я заполню это позже. Добро пожаловать домой, Карл. Рад вернуться. Вы не забыли о нас, мальчик? Черт возьми, офицер Темпенни. Мне просто интересно, какой инструмент ты так долго? Садись в машину. Успокойся, чувак, черт! Сиди за головой. Ой, моя вина. Убирайся отсюда, сволочь! Глупый мексиканец. Эй, прости. Моя сумка, эй, мужик, моя сумка. Как ты, Карл? Как твоя замечательная семья? Я здесь, чтобы охранить свою маму. Ты знаешь это? Да, наверное. Так что еще у тебя получилось, Карл? Ничего. Сейчас я живу в Liberty City. Я чист. Very чист. Нет, ты никогда не был чист, Карл. Ну, что у нас здесь? Это оружие, офицер Пуласки, которое использовалось, чтобы сбить полицейского не 10 минут назад. Офицер Пендлберри. Хороший человек, могу добавить. Ты работаешь быстро, нигер? Вы знаете, я только сошел с самолета. Хорошо, что мы нашли тебя и взяли орудие убийства. Это не мой пистолет. Не чушь меня, Карл. Да, не чушь его, Карл. Какого хрена ты хочешь от меня на этот раз? Когда мы хотим вас, мы найдем вас. А пока постарайтесь не расстреливать больше офицеров закона. Эй, вы не можете меня оставить здесь. Это страна балласов. Я думал, ты сказал, что был неведомен, Карл. Что, ты не грохнешь? Это 58-й? Увидимся как пончик, Карл. Офицер Пендлберри не работает. Мы будем прямо сейчас. А, дерьмо, мы снова идем. Худшее место в мире. Роллин Хайтс, балласт страна. Я не перестрелял Гроув Стрит уже 5 лет, но балласт не будет насрать. Вы выбрали не тот дом, дурак. Дымище, это я, Карл. Холодно, холодно. Сиджей. О, моя собака. Эй, детка, ты в порядке, парень? Нет, мужик, это мои мамы, братан. Эй, я не знаю, почему это должно было случиться. Я обещаю тебе, я надеюсь выяснить, кто убил твоих мам. На улице холодно, пес. Как говорится в книге, мы благословлены и прокляты. Что за чертова книга? То же самое заставляет нас смеяться, заставляет нас плакать. Но сейчас мы должны позаботиться о нашем бизнесе. Иди к своему брату на кладбище. Давай, отказывай.
Сейчас типа все не очень счастливые, ну сам понимаешь. До счастья нет предела. Эй, чуваки, смотрите, кого я нашел. А, Карл, здравствуй. Я типа не могу поверить, что я больше нет с нами, чувак. Ты не можешь это поверить? Да ладно, засранец, твонич, ты даже на похмел Брайана не был, нифига. А и что я не был? Я так ты теперь стоишь, блин, 5 лет спустя нафиг здесь. Ты куда собралась нафиг, потаскуха? Я пошла к Сейзеру, вонючий ты урод. Стой, девочка, если ты сейчас уйдешь, ты больше никогда не вернешься к нам в семью. Я вообще-то за белых теперь выступаю, понял? За отстойков нафиг. За отстойков, теперь отстойки моя семья. Заткни его, Карл. Заткни себя, Карл. Эй, может вы перестанете собачиться, вы все-таки на похоронах матери находимся. И что теперь, блин, мы тебе с ней не ругаться, что ли? Заткнись. О, щит, чувак, что ты наделал? Блин, чертова жизнь. С этой стороны, балаган. Я тут ни при чем. Где долги матери? Черт возьми, и ты еще приперся. Кусок ты дерьма. Не мог приехать чуть раньше, когда она не была со стойками. Вот здесь отстек один лежит. Вот там лежит один отстек. Devil May Cry. Черт побери, да они все здесь. Понимаешь, что ты только что обрушился нам на голову еще одна обуза. Эй, чувак, что ты хочешь? Витя, мой братан, что с тобой? Да, братан, да, рад тебя видеть снова. Нет, братан, любовь, не обнимать? О, конечно, мой нигер, мой плохой, что с тобой? Эй, чувак, для чего ты пристегнут? Чувак, какая-то пиццерия продолжает краситься нами, мужик. Это дерьмо прекрасно, преподать владельцу урок. Он трахается с Грув-стрит. Вы вниз? Я всегда внизу. А, да. Пошли, сучка. Эй, ты должен держать по-настоящему, чувак. Человек, никто не насрал на капот. Я это делаю. Все, что они делают, это продают и разрушают место. Никакая трещина не сделала банду крепкой. Я знаю, чувак. WhatsApp вы все. WhatsApp, Сиджи. Что трещит? Чувак, все, что их волнует, это курение и деньги. Ты не сможешь бить суету, братишка сладкая. Эти знаки не солдаты, они идиоты, пытающиеся быть бизнесменами. Да, но не с нами, чувак. Все, что у них есть, это деньги. Сиджи, иди туда и покажи этим дуракам, что ты имеешь в виду бизнес. Эти болваны из баланса потеряют своих друзей. Иди, дави на них, просто сделай это. Мы вкладывали время в капюшон, но нам нужно собрать их вместе друзей, как в старые добрые времена. Да, вы правы. Так, ты, Райдер, займитесь своим делом. Чувак, они бы слингали со своей собственной мамой. И вообще на все срой. Прав, друг, мы должны держать свое внимание. Нам нужно сделать резервную копию. Вы видели Бейдапа? Нет, но его и своего мальчика-медведя было бы неплохо видеть его на нашей стороне. Ой, большой медведь! Да, эти неизменные клеветники теперь будут сожалеть. Эй, помедленнее, дурак, вы даже не знаете, что это такое. Кто угодно, чувак, это оно. Да, это прямо здесь. Открыт! Вы, сир, он все еще живет здесь? Дурак, я тебе это сказал. Открыт! Кто, черт возьми, это? Сиджи, какого черта ты хочешь? Убирайся отсюда. Подожди, задержись, чувак. Что случилось, 4 жизни, нигер? Единственная вещь, которая имеет значение, это капюшон, братан. Орех, ты никогда не поймешь, на что похоже получение этих денег. Знаешь что, чувак, убирайся отсюда, пока не лег на спину. Большой медведь, иди проверь этого дурака. Привет, медведь? Большой медведь, это ты? Эй, ты все еще одеваешься, братан, или что? Не, единственное, о чем медведь насрал, это курить и содержать мой дом в чистоте. Разве это не так, большой медведь? Да, черт возьми. Черт, да что? Да, черт возьми, сэр. А теперь иди и сделай так, чтобы этот ублюдский туалет свершил. Нет, мужик. Медведь? Давай. Всем нравится иногда веселиться. Сиджей, увидимся позже. Оставайся нахрен отсюда. Панк. Эй, нигер, иди на... Блин, это дерьмо облажалось. Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, чувак. Если взломать и сделать это с большим медведем, превратить его в собственного раба, у среднего ублюдка нет шансов. Чертовы наркоманы, и наркоманы повсюду в этом городе. Разозли меня. Похоже, это зависит от нас. Вот что-то эдакое у меня, ребята, получилось. Так постарался перевести Google Translate, а я всего лишь это все озвучил и преподнес это вам. Следующая часть не заставит себя долго ждать, если под этим роликом будет куча активности. Все очень просто, все в ваших руках, а я вам говорю спасибо за просмотр. С вами был Хик, всем хороших будней и до следующего видеоролика.